Лоббирование интересов бизнес-сообщества и всесторонняя помощь. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ненецкого округа и региональный союз оленеводов подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Подписание данного соглашения упорядочит взаимоотношения и сотрудничество в сфере защиты экономических интересов участников этого союза. Действительно, это же ведь исконный, традиционный образ жизни, и вот эта форма хозяйствования оленеводческая, да, она пришла к нам из веков. И задача, наша общая задача, постараться встроить вот этот вековой уклад базовой отрасли малочисленных народов Севера в те экономические реалии, которые сегодня существуют. Да, это сложно, да, это порой трудно, но